числе ключевых тем повестки заседания Кабинета министров – порядок субсидирования при переходе автомобилей с бензина на природный газ. Это касается общественного транспорта, коммунальной техники. Республика будет субсидировать расходы бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ. Такая поддержка, по мнению регионального Минтранса, оздоровит окружающую среду и поддержит спрос на экономный вид топлива. В целях возмещения части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по поддержке переоборота существующих автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива предусмотрено выделение Чувашской Республики денежных средств из федерального бюджета в 2020 году 20,5 миллионов рублей на переоборот 595 единиц транспортных средств. В 2021 году 12,1 миллиона рублей на переоборот 351 единицы транспортных средств. Эксперты заверяют, это выгодно как для потребителей, так и для бизнеса. С одной стороны, это сократит расходы на топливные затраты, а с другой будет способствовать развитию автомобильного бизнеса. Не говоря уже об улучшении экологической обстановки. Реализацией проекта займется регоператор – Центр организации безопасности дорожного движения. К другой теме. По поручению в РИО главы Чувашии Минпромэнерго разработал новый проект закона. Он ориентирован на налаживание контактов с инвесторами и создание для них оптимальных условий. Напомним, весной этого года Олег Николаевич провел заседание в режиме ВКС, где обсудили возможность реализации в республике проекта производства тракторной техники малой и средней мощности в рамках специального инвестиционного контракта. Проектом закона предусматривается распространение применения существующих мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, также для инвесторов, реализующих специнвестконтракт. Также реализуется принцип улучшения деятельности, введения бизнеса и улучшения налоговых условий для участников, подписывающих специнвестконтракт. По мнению специалистов, это поможет улучшить динамику экономического роста. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.